Yeah.
символ у любой страны. Он отражение ее славы. Его могучие державы несут в дни мира и войны. России славный триколор сегодня в мирном небе реет. Тех, кто историю ценить умеет, с гордостью объединяет он. Представлял военные и мирные победы переплетались, спорили порой. Под этим самым флагом наши предки стояли за Отечество горой. Дорогие тихвинцы, уважаемые гости нашего города, сегодня День России, праздник свободы. Праздник гражданского мира. Праздник, символизирующий национальное единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей России. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России! Июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, основанном на гражданских свободах, верховенстве закона. Страна взяла курс на построение свободного демократического государства. Официальным государственным символом Российской Федерации является государственный флаг Российской Федерации, символ единства нации, независимости и суверенитета, символ славы, трудовых подвигов и боевых побед, научных открытий и культурных достижений многих поколений наших соотечественников. В государственном флаге Российской Федерации заключено понятие о русском национальном характере и менталитете. Духовность, нравственность, чистота, готовность к самопожертвованию и героизму. Сегодня, в День России, мы приветствуем на торжественной церемонии выноса флага Российской Федерации представителей администрации Тихвинского района, депутатов Совета депутатов Тихвинского городского поселения и Тихвинского района, руководителей и представителей трудовых коллективов
предприятий и организаций нашего города, активистов общественных организаций. Со словами приветствия и поздравлениями на нашу праздничную сцену приглашаются Лазаревич Александр Владимирович, глава Тихвинского района, Пастухова Вера Васильевна, глава администрации Тихвинского района, Кийский Артур Валтерович, председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, и Петров Александр Евгеньевич, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Дорогие друзья, уважаемые жители города Тихвина, жители Тихвинского района, жители Ленинградской области, земляки, от имени и по поручению губернатора Ленинградской области мне поручено зачитать торжественное обращение и поздравление губернатора Ленинградской области с Днем России. Уважаемые жители Ленинградской области, 12 июня – это не только точка отсчета истории современной России. Это день, когда каждый, для кого важны понятия «родина» и «патриотизм», отдает дань особого уважения своей стране. Мы гордимся Россией, сильным и устремленным в будущее государством с великой историей. Мы любим Россию, нашу родную землю, с которой связано столько теплых и простых человеческих чувств. Мы бесконечно преданы России и готовы защищать ее и в спорах, и если надо, в жестоком бою. И поэтому 12 июня для нас – это праздник нашей Родины, гордость за которую, любовь которой и преданность которой мы будем хранить вечно и обязательно передадим нашим детям и внукам. И пусть усилия не каждого развивается и процветает, становится все сильнее наша любимая отчизна. С праздником, с Днем России, губернатор Ленинградской области Александр Розденко. Дорогие друзья, сегодня особый день, и несмотря на погодные условия, я уверен, что солнышко выйдет, потому что теплом наших сердец мы эти тучи разгоним. Это день, когда мы можем признаться в любви нашей великой, могучей Родины, на благо которой мы с вами имеем счастье и честь трудиться. Самое главное богатство любой страны – это ее люди. И мы с вами, наше поколение, всегда кланяется поколению старшему, которое отстояло честь и свободу нашей страны. И наша с вами задача – оставить будущим поколениям великую, могучую страну, нашу Россию. С праздником вас! Дорогие тихвинцы, поздравляю всех с праздником, с замечательным праздником. Не важно, что сегодня идет дождь, мы любим свою страну, мы любим нашу область, мы любим нашу маленькую родину, наш Тихвин. И своим трудом, ежедневным, честным трудом мы будем приумножать величие нашей страны. Мы любим свою Россию. С праздником, дорогие друзья! Дорогие тихвинцы, огромное спасибо вам за то, что вы в такую погоду пришли попраздновать такой замечательный праздник, как День России. Патриотизм – это не истошные крики «слава». Патриотизм – это ежедневный, кропотливый труд на благо нашей Родины, чтобы люди, живущие в ней, жили лучше и счастливо. Мы никогда ни на кого не нападали, но если нападут на нас, пусть они не сомневаются, что они получат достойный отпор. Мы патриоты, мы любим свою страну, любим свою область, свой район и свой город. Да здравствует Россия! С праздником вас, дорогие друзья! Внимание, дорогие тихвинцы! Уважаемые гости нашего города, участники торжественной церемонии! Приготовиться к
к выносу государственного флага Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации.